действовать, герои. Вы услышали на голову на Скарлет. РДД РНЖ между собой наберите. В этом колесе на бомбе не стоит. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда. Весь лут забираю себе, трофеи, рецепты ролим. Кому что конкретно нужен будет шмот, потом ПМ напишет. Ну там, мне кидай хлам там. Говношмот не одна заберу и потом напишет. Просто еще ДКМ не одет есть. Я видел и более соперников Макроб. Жалко, что у тебя нет. Геро. Сова, выйди. Еще выходим. Выходим. Так, по червям Скарлет или мошку идут направо. А, смарт налево. Зыбку дай Скарлет. Все, или мошка танчит. Боб по Скарлет кинь, смарт. Пусть дебафы с места летят. Там. Киллим лимошка. Да танчит нормально. Так. Лимошка и Скарлет слева. Точнее, кто справа. Справа. Скарлет, ты заберешь у нее потом, когда она с дебафом будет. Декать это первый, у него гранобор лучше. Март слева. РНЖ опять набираю, будет плеваться. Забирай. Конты рога оставляйте по возможности на пол, на новый потом. То есть выходит, добили фазу, начинается новый и дайте на пол. А там. Отбегите ближе. Гимна ХП отдай. Из лужи выведи из лужи. Скарлет, беги по рейду. Нет, на лимошке. Скарлет, забери босса. Лимошка по рейну. Скарлет, забери босса. Замораживаем. Милик, кофе, РДД справа. Дальше. Отлично. Еще. Еще, беги давай. Есть разгонка холиприст? Нет, холиприст. У кого успел? Рога палач, попробуй нажать. Ну ладно, минус 3, не страшно было. Сейчас кинет лужу, отведешь. В рейд не поворачивай. Ману шаману заливаем. Давай гимн отдам тебе, ставь ты там. Вводи в ванну, да? Угу. Лимошка, танчи его. Так, этого сейчас добиваем, Скарлет, ловишь нового. Ауру огня поменяйте на ауру льда. В воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. Так, Лимошка, отдашь первый массакр. Когда скажу. Ну или сам знаешь, если. Цирин просто в жопе перекрылся. А, он заморозился. Сейчас 5 секунд прыгнет. Он Джерри, он. Ворота. Снимите берсу. А, Джерри. Берсу, ханты. Блин, 2 БР, жалко. Так, далее. Вы видели, что сейчас сделал со снятием? Захиль, те ж, блин.
что он тебе? Ну, он блинканулся, когда его выбрали в цель. Он сбил каст. Даже с Маркелом не сказал. Черри подходим. Блин, я так медленно бегаю, Энхэм. Фу. И Эдберсана. В меня он не врезался. Блин, опять сбил. Маркил, готовься массакру дать. Как, давай. Куда давать? Давай. Умру. Отрыв. А ты что, Сережа? Полный отрыв, да? Отрыв башки. Че, блядь? Так, я пока вот себе забираю, резать и бафать. Ничего себе, чего? Боль в спине. Вообще. О. Профей роли. Что, 87 зикспол? Зюкс, дабин. Киллики, дабин. Зикспол. Не надо, что ли? Да, оставляй себе. Толик ставим бафы раздавать. Чек на готовность. Валера, чего нет? Каски. Каску у нас дает, по-моему, Войд. А смарт сейчас ДД или тоже танк? Сейчас ДД можешь. Лимошка на трэше. Скарлетт на базе. В это тебе что-нибудь с босса надо с этого? То, что упало. Не. Просто ДК шмот попросил, я тогда ему отдал. Я просто с обычки с ВК там наручусь. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный... Так, маг один. Приста 2, значит, маки присты на устопом на боссе с диспелем. И то она по команде гимн на хп отдашь. Так, в трэш будем играть. Килы метки прохиливаем. Станьте так, чтобы доставать до всех. Не стойте кучно-то. Станьте левее, правее. На полу, на Скарлетт. Подойди ближе к боссу, что так далеко стало. Боится его. Такой посох большой, страшный. Не надо стесняться. Темное царство. Сейчас будет испепеление, нас захилят. Готовимся сечь свои врата. Врата, испепеление, корольчик хили.
Врата активны. Стеклично лица врата. Ламрабинги. Ламрабинги. Здесь пыль разбас. Перминги или мамал. Будет их мамал. Перминги. Сами. Пытаемся переключаться в инферно. Вулкан. Переключились. Листы диспелем. Чистам мастер. Это на гимн на хп. Это на гимн на хп. Им на хп. Пейпер бежишь. Пейпер бежишь. Рейд за хилима. Что стрелы, плащ. Плащ нажми. Беги, малышка, беги! Диспойлер. Стуморки мигни. Он настарается сбивать каст. Босс. Войт, есть бамбу? Когда? Кильте война. Ладно, босс играем. Ману отбивать, уходить из центра. Тема опять умирать. О, пояс, заебись. Счастью, пояс вы победили демона. Это сволочь мой тотем постоянно сбивала. Подлые собаки Альянс. О, утешение еще. Охренеть. Так утешение сразу будем ролить. А про не рулим вот эту штуку, рецепт или не рулим вообще? Никакого заговора здесь нет. Много секатор. Чернокнижник заигрался и поплатился. А разве Капар выш? Турнир продолжается. А, Гаргот выш. Пеппер тоже ролил. А, Пеппер еще вышел. Да, да. Пеппер выше всех. А, какой он платье? Пятый. Да хуй епа. А можно рецепт пароля? Сейчас. Запустите, я пока разрану. Как раз это профамош с ролью. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную. Так, награду. Давайте сначала трофей. Плывущие станки. А, Валера, спит. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Котлета, да, мил? Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Так, рецепт Сирона. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего... Там короля. Уже сотку кто-то кинул. Да, первый. Первый. Две шмотки с одного босса не дают, что она? Две шрам. Этот пояс горел, ведь. Ага. Роль. Обмен. Хороший пояс, кстати. Так, что-то у нас. Где рога? Все нашел. Валера, твой рога. Скарлет, твой ДК. Череп. Маркил, твой. Ромбик.
Лимошка твой. А тапки так заберешь. Я на танка не собираю. Где там что-нибудь еще из опасного? Короче, хан твой. Когда будет. Метку строителя найдешь. Шел. Чек на баф на готовность. Стрел. Кого первым? А, кралька. Короче, кралька, твое дерево сначала даешь 4 фира, потом даешь 3 бана. Будем первым играть. Лока. Прыжок. ДК. Сейчас танки начнут. Все остальные ставят на месте, ДК притянешь. Некрономик. Еще 3 танки начинает. 1, 2, 3 начинает. Притягивай. Лока, притягивай, кружок. Кого мы перо бьем? Лока. Со скрылья. Мы бы пришли в рейд, диспейлим, фирим, станем. Тона, у нас с тобой единственная своя задача дисплей. Можешь не бить даже. Просто жми дисплей. Я вообще ДК не могу забрать. Давайте шаман на самого. Звездочка. У тебя есть фридом, кинь фридом под себе, если тебя кобы кидают, я твои его. Ладно, давайте потом ромбик после звездочки тогда. Касты сбивайте. Кикайте касты. Ромбик тюрьма. Играем. Раз он брейнер. Он вообще не реагирует на мои таунты. Он застрял просто в полу, там дырка. Потом Вилану будем бить, потом звездочку. После дырка. Кралька, спишь. Тебя друид кастует, кралька. Нет, Вилану, я же сказал. Смотри, хп лава. 100 тысяч, да. Я добью, короче. Ну, что-то тоже нормально. Дамагами гоняется. Жрет там ханта, давайте бьем луну потом. Друида. Все ханта играем друида. Краль, как бан не кидаю же. Только фир.
Я серу ко мне блинт кинул, блядь. По фокусу, блядь. Давайте мага доиграем и пистак отправим. Вот. Видите, он бы станется, контролит, спирит. Что если подбежал к тебе, даешь ему стан и все. Давайте Шакула. Шакил умер. Точнее Самар. У нас тогда шутка не оценил. Бить Камера. Надо так хули пристанем. Да. ТК, дуйте в дудку. Да, он так промахнул, пристанем. Он, наверное, не промах, а не восприимчивость. Там бары чаржнули, все где-то диминишн повесили на стан. У меня нет пистей, 197 промах. Дизарм никогда киньте пароль. Там подписано же эти. Ману отпивайте, уходите, смотрите. Стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. Ух ты, какие красивые. Ждет битва с королем Личом. Ману отбивать. Кошмар паролем. Трофей. Девяносто один, 92, 92 агрессивный. О, Валера, Адон есть. Хорошо. Че это за Адон? Рейдрол. Кто у нас сотня? Давай обмен. Так, ДК написал тапки на танк. Сегодня надо? Не. Ладно, не тапки. Так. Чек на баф на готовность. Выборы победы. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие. Барабашка танец. Жуткие валькиры. Мне стыдно, триньте меня, ты чё, пиздец. Пусть просто. Состязания начнутся! На танка и нахера. Смарт в танк. Не-не, танк? Танка. Если можешь, как танчите левые. Берите белый добав. Просто он будет периодически сорваться, давите просто там, всё. Сейчас чекаем готовность. Текнулся, готов? Да, готов. Правильное включение. Начинай, Скарлет. На полу на Скарлет. Скарлет, начинай. Белые сферы не ловить. Черным добав. Подведите чуть ближе к порталу, чтобы потом при смене они нет, могли быстрее подбежать. Иди, веди, веди, веди еще. А переразверни, чтобы милики как бы спиной уже стояли. Ага, вот так, все отлично.
Способность 3 секунды. Хилинг скарм. Смотрим. Смена. Скарлетт, не забывайте хилинг. Способность 3 секунды. Смотрим. Смена. Парк, ну смени. О. Выбор смерти, охренеть. И левая рука, по традиции. Ух ты, сколько она дамажила, 18. А там, по-моему, ничего под другого бафом. С нее не падает, блядь. Всегда это рука левая и трофей. Выбор рука уже. Так, начнем с вкусного, с номера. Он вообще на энхов канает, или его потом выкидает, когда чешку сносит? Выкидывает его потом на Кёрс писал в РК. Не запустили, сейчас запущем, кинешь мне. А я писал там тоже ниже, смотри. Воли, я видел. Забираю выбор у Кёрза. Ничем не ролил, за экспол не ролил. Сейчас Кёрз забираем. Так. Понес тяжелую потерю. И что, вы проявили себя как бесстрашные герои. Нифига, ну не бисы. На БМ бисы. На сорвана бисы. И на БМ. На БМ она. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Ролитированную. Что там? Трофей. Да блин, нафига вы их рулите? Зангл, да. Ремонт, все такое. Юпи, да, бы. Было бы что рулить. Я бы не отказался от этой... от регалии, этих вот с ласта, которые падают. Голову бы взял. А, кстати, вот этот надо кому? Там есть такая штука, что можно один от Т-10 бонус и один посох. От Т-9 ретрику. Посох паролем. Молося. Может уступят мне, там, надеюсь, никому не надо Т-10. Вдруг попадут токены. Так. Сморкил лимошка в танке. Давай лимошка слева, сморкил справа. Скарлет на боссе. Гаргот, поставишь резист природы. Ставлю. Так, Пеппер на танках. Шаманы на танках. Юпи на танках. Барбашка на рейд. Рейд держишь на 20%. Тагит слабый. Рейд и хилите, держите только танк. Рейд на 20%. Лимошка. Все готовы под босса. На полу у нас Карлет. Начинай. Гневом небесом избивается, да? Да. Гнев небес, точечность, там эльфийская сала.
Точечный стан. Щит Мстителя. Пир. Так. Сводите трэш. Своди. Ближе к боссу туда. Чтоб миники клевали. Придом по себе кинь и беги. Сильнее мужиков. Еще один, два. Не успели еще. Накопался однажды. Мужиков активнее. Босс зарывается, готовьтесь убегать. Убегаю. Зигспал. Отлично. Так, что у нас по мане? Давайте гимн на ману пою. Ставьте тотем. Позор, сломанный на барак, блять. Циркур. Бы весело было от шипов бегать. Весело было, да. Сыграли в копателя. Я пока добежал, вы его уже убили. Шаманы приоритетно держим танк. Рейд не поднимаем. Много не хилим. Только танк. И метки. Босс играем. Еще один трэш под босс. Конечно, нужно съесть. Все, следующий не приводит. Можете вместе держать где-нибудь. Вместе сбивать каст. Давай, Геро. Захили вам метки ледяные. Трэш уводим. Уводим. Уводи из-под босса. Еще одного копателя забери. Станься. Просто станься. Барабашка БР агрессивно. Хильте метки. Хильте ледяные метки. Себя не захилить — это позор. Позор. Айдар, Никита, не дай. Далик. Чините меня. Мы видели, короче, после смерти Анубарака еще один пуга. Метки-то тикают еще. Ну да. О, а я разберу, что она ретрика пойдет. А ты, ну, вообще, пойди она на АДК. Ну, пойдет. О, упал один токен на жрец, пал. Хороший плащ, лучше только с лайк. Я систо дам, там кролика будет плюс. Давай ты кинешь и путь. Сгнила морда. Че там с жука? Так. Я забрал себе сейчас плащ кроли. Хоть какой-то будет плащ. И то у меня нахила стоит. Да дай ему, дай, Редрику. Войду.
Я так собирался мандать. Так, посох ролим. Holy Priest. ДЦ, я так понимаю. О, хоть голову возьму на ретрика сейчас. Бетона. Бетона. Тебе надо? То мне давай в ПМ. Я отдал Бетоне, и там сами пишите, пожалуйста. Надеюсь, ты не на продажу Бетона это ролишь, что ты пингал бы. У нас же кабули какие-то латы. Сейчас подожди, котлету найду. Четвертая группа. Что там, может, будет куда-то еще сбор или нет? 25 оп, быстро. Паролу. Паролу у нас ромашка. У меня вот такие латы есть. Вот такие латы есть. Продайте за 50 голд трофеи, вон просит ДК. А у меня такие есть как раз, вот так, точно такие на мне есть сейчас. Давай эти. Ну вот эти. Ух ты, ДК говорю. А, да, пусть ДК звонит. Лимошка, давай на отчину. А как это самое, очутиться здесь, это надо просто рейд покинуть или что? Что сделать? Вон сзади портал. Не, надо... А, в смысле этот, надо, да, надо... Стали в нем. Возьми себе наручу. Я тебя заберу в дворе. Кальки пати, да? Они там огурчик можно. Что-то не видел, просто вон они. У меня наруч у хилики. Дала ранее потом мадам. Сейчас я поначесу. Лимошка, может соберемся и ворвемся? Да. Да, ворвемся. Целка. 25? Ну, можно 25, можно десятки. Можно. Нет. Я перепил холи присту чуть-чуть профу, теперь на ману рес начарил плащ, намного лучше. Он сейчас нам бивоп соберет, быстренько найдет какой-нибудь падший рейд, и мы его вытащим, как обычно. Мне бы пристом с нуля пойти, лед очень надо. На шипешку. Полночь вы в рейд собрались. Прекрасно. Мы любим такое дело. Все, пока шмот на холи пал собираю. Так что, 10 гер, 10 оп, потому что я так понимаю, 25-ку не выйдет. Ну что, куда? Да идем. 27 онлайн. Блокаты сходить. Кто там порулит нам 25 обычку собираете? По КД? По какому КД? Предложите мне попускать по КД. Он сказал, что... По какому КД? Да, у нас КД на 25 обычку. Что осталось? Пруф, и дальше. Погнали. Что я хотел сказать, Олег написал, что если бы не надо было бы работать, если бы ему пожертвования делали, то он бы водил по ночам. Что привело тебя сюда? Удачи. Воид, давай собирай 25 обычку и погнали.
Да ты угораешь мне 4 утра. Понятно. Ну так что, Лимон, пошли 10 геру пронесу. А чё вот за 25 триумфа какой-то на ретрика есть манускрипт, да? Да, так и есть. Манускрипт, печать, мщение или порча. Сила возобновления. Да вроде. Нормально, брать его, да? Сейчас я гляну. Он ли это? Еще манускрипт трех истин. Ну трех истин это лед, блядь. Ну да. Не ошибись с выбором. Да, все правильно. Что, Лимошка, собираешь 10 кир? Где у меня креветки? Какие креветки? Большие. Я люблю креветки. Он уже эпический герой. Какую ты купил за триумф? Ну, вот этот манускрипт отваги. Да, да. Всему есть своя цена. В бисе многие носят. В том числе протики. Мошка, собирай. Пол, собирай. И мы пошли про вас. Ну, уже 5,9. Нормально. Смерть тем, кто противостоит нам. Давай попозже. Остается только три не сменили. Монета и, сука, чешуя нахила, блядь. Давай побольше минут через 5 сейчас отдаем. Хорошо, приятно. Ожидаю.